Мне кажется, в суровое время, в тяжелое время, люди начинают ценить, больше ценить по-настоящему важные вещи, по-настоящему важных людей. Мне кажется, они начинают любить горячее, быть более преданными, начинают. И начинают ценить каждую минуту, потому что, может быть, другой больше не будет. Опустела без тебя земля, как мне несколько часов. И когда летал и всю бери, там же падала листва в садах, и придумать не могла земля, как прожить и без него, пока обрела, летал и все звезды. Превратились в пепел.
происходит дня. И в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день и журавлиной стаи. Я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи окликаю всех вас, кого оставил на земле. Следующую песню, которую мы представим, на самом деле, как и предыдущие песни, как и последующие, вызывают у меня огромное волнение. Их исполнение вызывает у меня огромное волнение, потому что мы их знаем, мы их слышали, и слышали в исполнениях, которые эталонные, которые настоящие. Это наше достояние. И, конечно, для меня исполнять эти песни – это большая, большая ответственность. Здесь птицы не поют, деревья не растут, только мы плечо к плечу растаем в земле тут. Горит и кружится планета над нашей родиной ты, а значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим, одна на всех мы за ценой.
ценой не постоим. Лишь только бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет не вдали, а значит, нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Война нас довела до самых вражеских полей, такие братья. Когда-нибудь мы вспомним это, и не поверится самим. Отвечу, нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Сейчас с таким же волнением я бы хотела сюда пригласить первого моего гостя. Мы познакомились с ним на проекте «Голос-3». Вот. И мне так приятно отмечать, что талантливые люди, они еще и добрые, они еще и настоящие, они честные. И когда я позвонила Андрею и сказала, что «Андрей, я хочу, чтобы мы с тобой спели песни военного времени». Он сказал: «Я военные песни». А мне кажется, этот человек настолько широк душой, что именно он и есть настоящий патриот. Я рада вам представить своего друга и коллегу Андрея Звонкова. Thank you.
тело мое. Знаю, ждешь ты с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спи. И поэтому знаю сама, ничего не случится. И все за одного бились вместе за успех.
Thank you.
Дорогие друзья, пришло время пригласить на сцену еще одних моих друзей, талантливых ребят, музыкантов. Мы с ними познакомились на их концерте. Вот. Я очень надеюсь, что они также вам понравятся, как и мне, своей безумной, безудержной энергией и таким позитивом, что ли. Встречайте, группа «Кролики». Я ненадолго вас покину, пока мы здесь готовимся. Thank you.
Группа «Кролики» вот сейчас исполнит свою песенку. Съедает солнце горизонт, это снова ночь раскрывает синий зонт. И мне так грустно одному, звезды прячут сны и мою мечту. На полке с книгами письмо, никогда не знал, что найду его я, но поставив чайник на плиту, я письмо читать начну. Я расскажу вам о песне, которую я исполню в заключении первого блока. Я знаю, что многие из вас тоже знают ее и знают ее наизусть. Мне кажется, это одна из самых великих песен о войне.
ярости огня. И не было ни ночи, ни дня. Сражались мы у волжских берегов. На Волгу шли дивизии врагов. Но выстоял бессмертный наш солдат. Бессмертный Сталинград. Yeah.
помнить очень важно. Важно помнить, кто мы. А если мы будем помнить то, какую жертву принесли наши прадедушки, прабабушки, мы точно будем знать и помнить, кто мы и почему мы великий русский народ. Спасибо.
Надо сказать, что все мои авторские, как это принято говорить, песни, они все по большому счету на одну тему. Это все песни о любви, но очень разные. Иногда она счастливая, иногда она грустная, драматичная, иногда очень нежная. Иногда, как говорит моя мама, бесконечная. О любви. You are a traitor.
Алекс Ахметов. Это была великолепная история. Я вообще, знаете, хотела бы сказать про моих чудесных мужчин, про мой тыл, потому что для меня всегда очень приятно играть с людьми и выступать, которые делают меня лучше, которые, вот, благодаря которым я узнаю что-то, которые, знаете, вот как-то меня развивают, а когда это еще не такие добрые, очаровательные люди, то это просто вдвойне приятно. Поэтому я хотела бы, чтобы вы похлопали моим мужчинам. Вы молодцы. Но немного не об этом следующая песня, но может быть и об этом. Спасибо большое.
Ой, я так рада на самом деле. Я так рада петь для вас свои песни. Вот это правда. Я так рада, что ребят это соглашаются играть. Молодцы! Спасибо. Вы знаете, следующая песня очень много для меня значит. Потому что она была написана в такой довольно тяжелый момент в моей жизни. И это один из тех моментов, знаете, когда ты понимаешь, что то, что ты имел, ты никогда, никогда не ценил, никогда. Вот так, как это полагалось. Ну, наверное, поэтому, чтобы мы вспоминали об этом. Мы переживаем такие моменты. They say when a loved one is gone, and remains in the heart. And walk us out through the night, helping and taking care of us. But it means nothing. I know it's sweet and shine. My heart will never start to cry. These emptiness won't leave me. As if I pull a bear out from me. I left a little hole in my shadow. These little back of
итоге слежу. Thank you.
На проекте в третьем сезоне.
знаете, когда я позже услышала, какой музыкант, оказывается, я просто, у меня не было слов, вот и сейчас у меня нет слов, я представляю вам Женю Крафта. Он уже там, он уже Добрый вечер, дамы и господа. Как настроение? После такой песни трогательной. Я бы сказал, наверное, веселая, но с грустным смыслом. Готов. А вы готовы? А мы не слышали.
наедине со всеми. Да, может, кому-то здесь было не видно, может, кто-то не знает, как это все происходит. Вроде я сижу один, а здесь все как-то звучит с помощью вот этой штуковины, которая называется станция. Я сначала играю, это все записывается, и потом накладывается друг на друга, и тем самым рождается музыка прямо у вас на глазах. Thank you.
Спасибо. Ангелика Брау. Ну вот, а говорят, третий сезон голоса не такой яркий. Мне кажется, по-моему, все блестяще и так интересно. Талантливо. Я очень-очень-очень люблю этих ребят. Дорогие друзья, а у нас на очереди еще один гость. Я расскажу о ней в контексте той песни, которую мы для вас исполнили. Вы знаете, музыканты и, на самом деле, артисты довольно часто очень скромные люди, и не всегда очень просто идти на контакт и сказать «Привет, ты классный, мой друг». Вот, особенно артисту. Вот. К Эделе я впервые решилась подойти, не сразу, после начала съемок, а такой уже практически на третьем туре. Они участвовали там в борьбе. Вот. И несмотря на то, что, на мой взгляд, Эделия была просто великолепна, просто блестяще исполнила одну из моих любимых вещей, к сожалению, фортуна не улыбнулась в ее сторону, или, может быть, улыбнулась, никто не знает. Но в этот день я впервые решилась подойти к ней, сказать, какая она классная, и сказать, что ей надо делать свой проект, потому что она гораздо больше, чем все это, и я очень-очень уверена. Эделия Мухаметзянова, да, мой господин. Добрый вечер. Мне очень приятно здесь сегодня присутствовать. Я очень счастлива, что Анжелика позвала меня наконец на свое выступление. Я думаю, что и мы с моей группой Шуранья тоже скоро ее позовем. Очень-очень нуждаюсь. А исполним мы с вами песню про дружбу. Потому что у каждого из нас есть тот человек, который в минуты тоски, отчаяния всегда берет нас за руку и говорит, что все будет классно. Я в тебя верю, ты пойдешь вперед, ты добьешься успеха. Вот об этом и эта песня. Поехали. Apart.
с которой я уже 2 года сотрудничаю, и мы вместе благополучно творим песни, пляски и так далее. Вот, и сейчас прозвучит наша новая авторская песня, танцевальная, на русском языке. И я думаю, что, наверное, тот уже успел устать здесь сидеть, развалившись. И я думаю, что кто-то наверняка захочет под нее потанцевать. Встаем, друзья! Конечно, сегодня мы были на репетиции парада. И я думал, как же замечательно, что наше поколение имеет возможность заниматься своим делом жизни, радоваться солнцу, радоваться погоде, встречать 9 мая, вот, ходить к родственникам, к друзьям, на концерты и вообще наслаждаться жизнью. Поэтому мы написали эту веселую песню. Вот. Посвященный тому, чтобы просто наслаждаться жизнью и не забывать тех 9 мая, кто подарил нам эту возможность.
честно говоря, я думал, что он же Вики Парановой сегодня день рождения. Ну ты немножечко ошибся, тем не менее... А мне кажется, сегодня у нее новое рождение. И в году теперь будем отмечать два ее праздника. Первый – это действительно ее день рождения. Второй день рождения, когда мы победили все вместе. Спасибо, друзья. На этой прекрасной ноте мы удаляемся. Oh!
Мне так много есть, что сказать об этом человеке, что я даже не знаю, с чего начать. Ну, во-первых, вы слышали, какие он играет соло. Особенное устройство мира, мне кажется, которое просто не может ни заражать, ни поражать. Именно такие люди украшают его. Борис Ахметов. Великолепный гитарист и просто невероятный человек. На самом деле, это не все, друзья. Еще я хотела бы поблагодарить двух прекрасных моих барышек. С одной стороны, руководителей иногда, если надо, а с другой стороны, это люди, которые просто на самом деле делают мою жизнь такой наполненной музыкой, и, не знаю, они так поддерживают меня, и спасибо им за это огромное. Это Олеся и Алиса, мои феи. Еще, вы знаете, я хотела бы сказать о тех чудесных... Я начну чуть-чуть издалека. Для меня большое счастье, что в этом году я начала петь русскую музыку, музыку на русском языке. И вы знаете, мне это дало какое-то совершенно новое понимание себя как музыканта и своей страны. И, я не знаю, своего... предназначение, что ли. Мне кажется, каждый человек, который рожден в России, мне кажется, он просто должен быть частью этой страны. Просто потому, что она великая и могучая. И вот именно работа с русскими песнями дала мне это понимание. Но вы знаете, не только с русской музыкой я работаю, а также мне посчастливилось работать с нашими русскими дизайнерами, которые все как-то увереннее шагают в мировую моду. И спасибо им большое. Сегодня для меня часть нарядов для меня шила Анна Петро. Она в зале. Это великолепный русский дизайнер. Я очень-очень верю в нее. И на мой взгляд, эта женщина умеет делать красивыми настоящими. Также сегодня второй дизайнер работал над моим костюмом. Это моя любимая Юлия Лапшина. Вот ее нет в зале, к сожалению, она, как всегда, работает. Вот, но ей спасибо огромное. А еще моя прекрасная подруга. У нее тоже своя марка, называется она La Russia. Она мне предоставила это платье. Это вы. Вот почему мы, для кого мы играем, для кого мы поем и для кого мы пишем песни. Спасибо вам большое. Спасибо, что вы есть. Спасибо, что вы поддерживаете нас. До новых встреч. Спасибо. С вами были Ольга Павлова, Анна Петро. До новых встреч!